Чем и когда закончится? Я думаю, что закончится она, конечно, победой Украины. Это для Украины это отечественная война, это война за сохранение нации, за сохранение государства. А теперь почему Украина выиграет? Потому что на стороне Украины находится то, что называется коллективным Западом, да и не только Запад, потому что в коалиции Рамштайна присутствуют и некоторые развивающиеся страны. А что касается коллективного Запада, то соотношение, скажем, волового внутреннего продукта, соотношение расходов на науку и технику, на неокры, соотношение расходов на военные цели, это примерно 1 к 30 по отношению к России. Вот, собственно, и все. Воевать с противником, который в 30 раз превосходит Россию по основным экономическим и военно-экономическим показателям, но я думаю, что это занятие безнадежное для Кремля.